участок стрельбы из АК-74. Но будем надеяться. Будет пуск. Стреляет старший стрелок зенитчик, гвардии сержант Чиркин Алексей Алексеевич. Все нормально. Пуск прямой. Все молодчина. Хорошо. Добросовестно выполнили все требования подготовки к этим играм. И сейчас максимально выложились, максимально. Молодцы. Расчет. Нам не стыдно за Россию. Нам есть чем гордиться. Россия вперед. Мы за них болеем, они за нас, и также за любую другую команду. У нас нет такой вражды кому-то, там только все для себя, только вот, за себя болеть. Вот. Мы болеем за всех, как бы, и за всех переживаем, так как мы вежливые люди. По минимальному времени прохождения маршрута с минимальным... Мы не собираемся никому объявлять войну. Мы хотим, наше государство заинтересовано в нормальных добрососедских отношениях со всеми государствами. Близость к Украине ну, никак не влияет на проведение наших игр, потому что мы, во-первых, используем оружие ближнего действия, никак на обстановку на Украине это применяемое оружие никакого отношения иметь не может. Путина, чтобы у него не было морщин там, как бы, чтобы молодой был. Это же территория нашей страны, Российской Федерации. Почему нет? Почему не проводить? Мы же все дома находимся, правильно? Какие могут быть нарушены отношения? Поэтому считаю правильно. Молодежи всегда нужно военно-патриотическое воспитание. Это надо. Вот ребенок, он тоже здесь. Так что пусть чаще проходят такие игры и показывают нашу мощь. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,